перспективы развития финансовой отрасли посредством блокчейн-технологий. Об этом будут говорить ведущие эксперты на блокчейн-саммите в Лондоне 22 ноября 2016 года. Согласно официальному релизу, с основным докладом выступит Штефан Керн, главный экономист Европейской организации по ценным бумагам и рынкам, который представит возможные пути внедрения блокчейн-технологий в существующую финансовую систему, чтобы в будущем участники события могли использовать полученные знания.